нету исполнителей этой идеи русского мира, и вместо неких московских рыцарей в сияющих латах туда пришли просто урки, просто да? уголовники разной степени романтичности, но они оказались тем, кем они есть. Они оказались обычными урками, не способными ни на что, кроме как террором удерживать ситуацию, кроме того, как добивать подвалы трупами и пытаями. Это не может продолжаться долго. Донбасс закончится вполне естественным образом. То есть я подозреваю, что все эти там Захарченки, Плотницкие рано или поздно потребуют либо у украинского, либо у российского правительства $1 миллион, ящик водки, блондинку в чулках и вертолет. И просто на этом все закончится. И закончится точно так же, как всегда это заканчивается у террористов.